Здравствуйте, с вами Руслан Рогозик, Союз блогеров. Это видео меня попросил записать мой очень хороший товарищ из «Спектра». В эти выходные, 7 ноября, у них там планируется очень важное мероприятие. Сейчас идут обсуждения деталей этого мероприятия, ну и он, собственно, попросил, чтобы я высказал свое мнение и дал кое-какие рекомендации. Так вот, считаю это мероприятие действительно важным, более того, нужным, поэтому, собственно, обращаюсь к вам, дорогие зрители, чтобы вы тоже поучаствовали в обсуждении и высказали свои рекомендации, свое мнение. Пару слов, что такое «Спектр» на сегодняшний день. Это небольшое общество единомышленников, которые собираются около торгового центра «Спектр», собственно, в честь него они и назвались, и занимаются там патриотизмом. Но чтобы попасть в это общество, то есть нужно иметь определенные убеждения, там есть несколько иерархий, есть общая группа, есть полузакрытая, так сказать, карантинная, то есть там, если ты себя проявляешь, переходишь потом в закрытую группу. Там вот мой этот очень хороший друг находится уже в закрытой группе, но и там, чтобы находиться в ней, тоже нужно выполнять определенные требования. То есть некоторых людей там нужно хвалить, некоторых людей нужно негативно высказываться, оскорблять. Меня в том числе, ну, надо так надо. Более того, у них там определенный принцип функционирования есть. Кто с нами не согласен, тот наш враг. А если враги с нами не согласны, значит, мы все делаем правильно. Собственно, вот с такой незамысловатой логикой и функционирует костяк спектра. И так вот, в ближайших выходных, для того, чтобы еще больше сплотиться, они собираются приносить клятву друг другу. И, собственно, идет обсуждение текста этой клятвы. Итак, текст клятвы. Я такой-то, такой-то, перед лицом своих товарищей клянусь чтить флаг, герб и гимн Республики Беларусь, быть преданным своему Отечеству и защищать его всеми силами, что дает мне Бог. Клянусь. Так вот, предлагаю немного изменить этот текст, вернее, дополнить. После слов «и защищать его всеми силами, что дает мне Бог», запятая, используя здравый смысл, моральные принципы и законы Республики Беларусь. То есть, если после этой клятвы кому-то из спектровцев захочется пооскорблять людей, повалять их по земле, говорить о том, что мы призываем к общению, а на самом деле их заносить в черный список и блокировать, или призывать к уничтожению белорусов, которые имеют противоположную точку зрения, и называть их террористами, они вспомнят текст своей клятвы и откажутся от этой затеи. Давайте поможем всем миром Спектру составить текст клятвы. Спектру быть.